Ну, в целом энтеровирусная инфекция у нас регистрируется всегда в конце лета и начало осени. Это обычно бывает связано вот с купанием и с началом организованного периода в школах, в садах, как бы, ну, вот этот период такой самый опасный, и когда у нас отмечается сезон подъездной заболеваемости этой инфекции. В общем, по итогам года у нас было зарегистрировано где-то около 70 случаев, ну, и вот сейчас, вот в августе-сентябре, тут ожидаемый сезонный подъем. В городе Якутске на сегодняшний момент регистрируется заболеваемость единичная в нескольких школах и детских садах. Единственный у нас групповой очаг в 30-й школе есть.